Здравствуйте! Сегодня на канале рецепты самой настоящей еды готовим самые настоящие макароны по-флотски. Не нужно выдумывать, там в просторах интернета много разного пишут, то, что чуть ли это не какой-то граф придумал, то, что это пришло из Италии. Ни с какой это не Италии, это с нашего Советского Союза. Это я вам точно говорю. У меня аж кошка очумела от сегодняшнего изыска. Но это еда, это нормальная, вкусная еда. Я не знаю, почему она так бесится, то ли от восторга, то ли от возмущения. Ну, товарищи, начнем. Вот так вот выкладываем наш фарш. Фарш можете брать любой. У меня курица и свинина. И хорошенечко его обжариваем. Вода закипела. Мы ее посолим. И опускаем сюда обычные, простые рожки, макарошки, у кого что есть. Доведем до кипения, минуточек 5, и они готовы. А пока фарш жарится и макароны варятся, мы нарежем мелко лук. Сейчас можно его посолить и поперчить черным перчиком. А теперь добавляем сюда наш лучок. Так, вот наше мясо с лучком уже поджарилось, точнее фарши, макароны сварились, мы их сюда запускаем и мешаем. Еще немножко поперчу, чтобы макароны сами были с перчиком. Все. Ну вот макароны по-флотски готовы. Да, это не паста болоньез, это не карбонара, это не, ну, что-то еще там. Это просто макароны с фаршем, с луком и с черным перцем. Попробую, а то ведь ни разу не пробовала. Вот это по-домашнему. Это вот оно родное. Поэтому готовьте, кушайте. Подписывайтесь на мой канал, заходите, кому понравилось, ставьте лайки. И всем пока!